И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья, сегодня будет день благословений. Здесь на Шоу Веры у меня есть очень хорошее слово из книги, из первой книги Царств, глава 17, которую я передам вам. Я еще не закончил тему о том, чтобы вы никогда не пренебрегали силой своей молитвы. Осталось еще немного. До начала служения я говорил о Второзаконии 20, стихе 1, когда говорит Бог. И то, что Бог говорит, это все, что нам необходимо знать. В том, что говорит лукавый, нет ничего, что нам нужно знать. Никогда не слушайте того, что дьявол говорит вам. Но он мне угрожает, я должен изучить его стратегию. Зачем изучать стратегию поверженного? Вы должны знать то, что даст вам силы, то, что принесет вам духовную энергию, что сделает ваш голос, призывающий имя Иисуса, таким сильным, что он разрушит любую твердыню врага, неважно, каким бы сильным он ни казался, атакуя вас. Он обманщик, в нем никогда не было и никогда не будет никакой правды. Итак, все, что вам нужно сделать, это понять, что Бог говорит вашему сердцу. И с тем, что Бог говорит вам, вы должны вступить в сражение. Когда вы вступите в бой, вы будете молиться, взыщите Бога, ваша проблема казалась неразрешимой, и вдруг вы понимаете. Иногда вы понимаете сразу, иногда понимаете постепенно. Бог говорит со мной, Бог меня укрепляет. Я иду во имя Иисуса. Идите, брат мой. Так как в час, когда он включил вам зеленый свет, он уже выступил впереди, открывая все двери, защищая вас от нападений, и он даст вам победу. И таким образом вы будете непобедимы. Вы не проиграете сражение, вы принесете славу нашему Богу. Ваше сражение должно быть выиграно, чтобы Бог был прославлен, так как он позволил, так как он знает, что у вас есть возможности. В Библии сказано, что нас не постигнет искушение иное, чем человеческое, которое будет превышать наши силы. Бог мудр. Он позволяет лишь тогда, когда знает, что Иван, Мария имеют возможность победить. Когда он спросил сатану, откуда ты идешь? Я обошел землю и видел раба моего Иова. Он человек искренний, сильный, но Иова был изъян. И Бог отдал Иова в руки дьяволу, но он знал, что Иов выстоит, а поэтому дьявол отпустил его, и Бог воздал Иова вдвойне. Итак, когда вы выступили, не представляйте свои возможности такими, как их рисует неприятель. Ваши возможности неизмеримы. Ваши возможности – это Бог. Бог безграничен во всем, и он выступит впереди, чтобы даровать победу. Но ситуация безнадежная. Это разговоры неудачника. У ситуации есть решение, так как Бог впереди вас, это решение, пришедшее к вам. И что тогда вам нужно делать? Вы ни в коем случае не должны бояться, вам нужно только верить в Господа, и Бог даст вам победу. Если вы думаете прекратить что-либо, отступить, брат мой, значит, зверь уже ужинает вами. Проснитесь, встряхнитесь, укрепитесь в слове Бога, и Бог даст вам победу. Дорогие мои, в третьей книге «Царств» есть один материал, который нам очень поможет. Так говорится о знакомом вам пророке Илии, том, кто обличил царя Ахава, который принес засуху. И когда поток Харав, где он пил воду, а вороны кормили его, стал высыхать, я не знаю, продолжали ли вороны прилетать к нему, но Бог сказал ему, об этом сказано в стихе номер 9. Третье царство, 17:9. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал,
возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Давайте разберемся с этим. Это не то, что я хотел обсудить с вами, просто чтобы вы поняли, так как я уже несколько раз говорил на эту тему. Вы никогда не должны сомневаться в указаниях Бога. Никогда Он послал серьезно поговорить с Ахавом, чтобы запретить дождь, никогда Бог сказал: «Иди в Сарепту Сидонскую». Он был врагом нации номер один в Израиле. Его искали по всем землям. Чтобы ему дойти от того места, где он был, до Сарепты Сидонской, а это не близкий путь, этому человеку нужно было идти по ночам, чтобы его не обнаружили собаки в поместьях и домах, чтобы не столкнуться с людьми, скрываясь. Не всегда путь веры бывает простым. Трусы никогда не следуют вере. Они все теряют и потеряют также вечное спасение. Бог подвергает нас таким испытаниям, когда кажется, нет выхода. Бог сказал: «Я приказал, это мой приказ, тебя поддержит одна вдова». И больше ничего не сказал об этой женщине. Обычно мужчина, услышав подобную новость, представляет себе помещицу, богачку. И есть богатые люди, подобные той женщине, что пригласила Елисея. Но когда он пришел, то увидел женщину на самом деле очень богатую, в духовном плане, а не в материальном. Она вышла из города, чтобы взять два полена. Дома не было хлеба. Она собиралась сделать небольшой хлебец для себя и сына, чтобы съесть и умереть, ведь у них больше нечего было есть. И почему же Илия направился к ней? Потому что почувствовал толчок. Мы должны чувствовать это от Бога. Бог всегда говорит с нами и дает этот импульс. Было похоже, что Бог обманул пророка, или он неправильно понял Бога, ничего подобного. Это было благословением. И она сказала: «Жив Господь». Она была приверженкой слова. Была единственной, к кому был направлен пророк. В Израиле было множество вдов, умиравших от голода. Но к этой ливанке Господь Бог направил его, чтобы он помог именно ей, в Сарепту Сидонскую. Он увидел, что она служила Богу. «Жив Господь, у меня нет ничего, чтобы дать тебе. У меня есть только немного муки в катке и немного масла в кувшине». То есть абсолютная нищета. И пророк почувствовал, чтобы Бог творил, нужно совсем немного. Если у человека есть хоть зернышко веры, в нем внутри есть Бог. Тогда пойди и сделай сначала опресных для меня, а потом уже сделай для себя и своего сына. В течение всех последующих месяцев у них не было недостатка в еде, Бог все приумножил, но это не то, что я собирался дать вам, я вас только подготовил. Стих 14. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Илия поселился у нее». В Библии об этом говорится очень кратко. Однако, как же эта женщина, вдова, поселила у себя мужчину, которого даже толком не знала? По приказу Бога человек делает. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого, после этих чудес, последовал урок. Заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» Из этого можно понять, что в прошлом она не была женщиной от Бога. Слава Богу в том, чтобы взять человека, разрушенного морально, разрушенного в любом смысле, и сделать его новым созданием. И она, ее сын умер. Она сказала: «Зачем ты пришел сюда? Ты пришел напомнить мне о грехах моей юности, о прошлом».
Ситуация была напряженной. Стих 19. «И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее. Она передала его в руки Илье, он, скорее всего, сидел. И он понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю в ее доме, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал, Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илия, смотри, сын твой жив. Брат мой, неважно, что произошло, кажется, что нет выхода, но для нас есть. И теперь я хочу поговорить о стихе 24, в котором написано так. «И сказала та женщина Илии, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Что из этого можно понять? Хоть Илия и сделал, чтобы мука не заканчивалась, чтобы масло не заканчивалось, он там питался через чудо, хотя там и не было большого разнообразия, каждый день была одна и та же еда, просто она не заканчивалась, эта женщина предприняла меры предосторожности. Может быть, поэтому она поселила его в горниц. Я не хочу связываться с этим человеком. Илия, в свою очередь, тоже был человеком святым. Хотя с очень многими, даже с мужами Божьими, к сожалению, происходит такое. Находясь рядом с человеком, работая вместе или живя в одном доме, начинают считать, что имеют права на этого человека. Домогаются. И если такое происходит, если такое произошло с вами, Бог уже больше не сможет услышать вас. Доктор Суарес, где это сказано? В Псалме 66, в стихе 19. Я еще вернусь сюда позже. Перейдем к Псалму 66, к стиху 18. Здесь псалмопевец, движимый Господом Богом, говорит следующим образом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если бы Илия порой, лежа у себя в горнице, ну да, а ведь это вдова, она была вдовой, могла бы находиться здесь, разделить мое общество. Я одинок, она одинока. Что нам стоит? Нет. Он не должен был видеть подобные фантазии в своем сердце. Библия гласит, что наши одежды всегда должны быть чисты. Есть люди, предающиеся фантазиям. И порой не только неопытные юнцы, но и зрелые люди позволяют дьяволу себя использовать. Все это разговоры демона. И что же произойдет? Бог не может больше слышать такого человека. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Тогда приходит дьявол и приносит несчастье ему или кому-нибудь из его домашних. Дьявол приносит тяжелейшую болезнь, требующую особого ухода и зачастую несовместимую с жизнью. Илия смог оживить ее сына, и женщина сказала, вот теперь я узнала. А не потому, что ты приумножал масло. Потому что до этого был приказ Бога идти. Но теперь умер ребенок, и ему нужно было воззвать к Богу и сказать, Бог, за что этой женщине? Помоги ей. Он простерся над мальчиком, «Воззвал от всего сердца, и Бог соживил». Она сказала, «Теперь я знаю, что ты человек Божий. Теперь я знаю, что ты не помышлял о глупостях. Друг,
Если этот демон фантазии овладел вами, предстаньте перед Богом сегодня же и скажите: «Бог, покончи с этим». «Но, доктор Суарес, мне это необходимо. Это придает мне дополнительные силы. Это просто бросает вас в ад. Это ведет вас к бездомной пропасти». Переходим к истории из реальной жизни. Все началось в городе Барретус, штата Сан-Паулу. У меня было очень трудное детство, потому что мои родители были алкоголиками. Когда мне было 13 лет, я впервые попробовала кокаин. И после чего я начала пить и начала курить. В Слове Божьем сказано, что за одной пропастью следует другая пропасть. Впоследствии я начала заниматься проституцией. Я возвращалась домой и на улице встретила незнакомую девушку. И она спросила меня, хочу ли я заработать денег. Я ответила, конечно же, хочу, мне нужна работа. И она сказала мне, что отведет меня в одно место, где я смогу заработать много денег. Я пошла с ней, но я даже не подозревала, что это был публичный дом. В 15-летнем возрасте я забеременела своей первой дочерью. Уже на позднем сроке беременности я вернулась домой к родителям, чтобы воспитывать ее. Затем, спустя некоторое время, я вышла замуж. Мой брак был неудачным, а супруг был жестоким человеком.
В тот момент я уже не занималась проституцией, потому что я была замужем, и можно сказать, что я вела более размеренный образ жизни. Я работала в одном магазине, и вместе со мной работала девушка, которая была моей соседкой. Тогда через нее я и познакомилась со Словом Божьим. И моя жизнь начала меняться. После этого Марсия направляется в евангельскую церковь. Я была очень взволнована, потому что именно там приняла Иисуса. И я ходила туда каждое воскресенье. И помню, что каждое воскресенье, когда пастор делал к нам обращение, я была впереди. Так я приняла Иисуса 6 раз. И на 7-й мне сказали, что уже хватит. Он уже действует в моей жизни. Моя племянница пригласила меня пойти с ней в церковь благодати, и я согласилась. Она пошла туда, ей понравилась проповедь, и она стала служительницей. Она служила Богу с каждым днем все больше и больше. Всегда, когда у нее был выходной, она шла в церковь, приходила первой и уходила последней. Я всем сердцем хотела ходить в церковь благодати. Пастор Пауло благословил меня, я собрала вещи и поехала в Сан-Паулу. После призыва Господа Бога, Марсия, не зная никого, приезжает в Сан-Паулу, чтобы служить делу Божьему. Я искала место, где бы я могла остановиться. Когда я переходила дорогу здесь, напротив церкви, я познакомилась с женщиной. Я поняла, что сам Бог послал ее мне. Меня тронул ее поступок, поэтому я предложила ей остановиться у меня. Она переехала ко мне и прожила у меня 5 месяцев. Мне всем сердцем хотелось найти место, где бы я могла остановиться. Тогда охранник дал мне визитку одного адвоката. И я позвонила ему, и через несколько дней он перезвонил и назвал сумму платы за аренду. Его квартира была полностью обставлена мебелью. Это меня очень обрадовало. И я знала, что Господь начнет действовать в ее жизни. Он меняет ее жизнь, и она продолжает служить делу Божьему. Он сделает для нее Марсия все. Марсия стала служителем в Церкви Благодати в Сан-Паулу. Она полностью посвящает себя Богу и, используя слово, дает силы людям. Это благословение, полное благословение, потому что Господь, Бог, не делает ничего наполовину. Как говорит доктор Суарис, Бог не дает 80%, не дает 90% или даже 95%. Он дает нам полное благословение в жизни. О, Иисус, как замечательно! Марсия. Да, доктор Суарис. Вы испытали трудности, будучи совсем юной, только начиная жизнь столкнуться с этой грязью. Правда, доктор Суарис, моя жизнь была настоящим адом, но теперь моя жизнь полностью изменилась. Меня это очень радует. Полная противоположность. Вместо чувства стыда теперь я испытываю честь. Для меня честь то, что я обрела спасение во имя Господа Иисуса. Любовь Иисуса творит чудеса не только в моей жизни, но и в жизни всех людей. Я могу доносить это до людей. Мне хочется закричать на весь мир, что Господь — все в нашей жизни. Я славлю Бога за все. И благодаря тому, что Бог освободил вас, вы стали знатоком, специалистом. Именно доктор Суарис. Бог будет вас использовать, чтобы я спасать людей жизни. Я верю во имя Иисуса Христа. И вообще людей, ступивших на неверный путь. Да, обязательно. Продолжайте во имя Иисуса. Аминь. Господь Иисус, большое спасибо. О, слава Богу. Это очень важно, что Бог позволяет нам узнать, друзья. Потому что если вам предлагают, как та девушка, что встретила ее на улице, 14 лет, хочешь зарабатывать деньги, и человек соглашается. И скольким сейчас предлагают жизнь принцессы в Европе, они едут туда и попадают в рабство. Это очень печально слышать. И все это происки дьявола, это разные слуги сатаны соблазняют людей. А мы должны быть героями Бога, освобождая людей. Печально, когда герои Бога оступаются и переходят на другую сторону, позоря имя того, который призвал их нести свой чудесный свет. Переходим к первому вопросу. Доктор Суарис, как я могу определиться со своим призванием? Господь Бог очень мудр. Бог не глупец. Никогда не был и никогда не будет. Предположим, Он хочет, чтобы я помолился за паралитиков. Но я почему-то это слышу. Нет, Он даст мне понять. Он позволяет нам
понять, что вот это то, что Он хочет, чтобы мы сделали. Только Он даст нам это направление. Если Бог хочет, чтобы я пошел в какое-то место, в сердце приходит это желание. Но, доктор Суарес, приходит столько желаний, но от Бога уникальное. Вы почувствуете в тот же час. Это все равно, как когда человек идет неправильным путем и случайно заходит в церковь, и послание стучится. Никто о нем не знал. Оно вошло в сердце, и он говорит: «У меня теперь есть ответ». Так что всегда думайте о Господе, как о мудром Боге. Если вы считаете, что должны что-то сделать, но вы не уверены, это не вера, так как вера – это уверенность в том, чего вы ждете. Только услышав слово, вы уже знаете. Марсия сказала, что была в Баретос и почувствовала сердцем, что должна ехать в столицу, чтобы делать дело Бога. И для чего она приехала? Чтобы принять большую церковь? Приняла. Но не церковь, где люди сидят, а церковь из людей, которые идут по улицам, которым она евангелизирует. Это прекрасное служение. Так что мы должны делать то, что Бог говорит нам. А то, что Он сказал, Он выполнит. Давайте поднимемся. Я сейчас хочу помолиться с вами. Будьте внимательны. Бог сделает нечто великое в вашей жизни. Помолимся. Отец, мы вступаем в Твое присутствие. Мы сейчас, Отец, вступаем, как Илия, чтобы не пренебречь силой нашей молитвы. Это очень важно, Отец. Этот человек, служа Господу, всегда был направляем, как говорится, в нашем мире, чтобы потушить пожар, чтобы разрешить проблемы. И это прекрасно, Отец, так как Господь сделал из него истинного человека Бога. Как сказала вдова: «Теперь я знаю, что ты человек Божий». И мы хотим, чтобы о нас сказали эти же слова, чтобы мы, о Бог, узнали, что достигли твоей цели, что исполнили твою волю, и что теперь, Бог, мы служим в духе и в истине. Я объединю свою веру с верой этого человека. И я сейчас говорю тебе: дух болезни, недомогания, выйди из этого человека, убирайся. Я тебе приказываю во имя Иисуса Христа.